Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш Миш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Мертвый Остров 2. Так, в прошлой серии мы залезли на киностудию за Майклом, помните, Майкл, такой чувачок был, помощник актрисы, как ее там звали, Эвелин, помощник Эвелин, он залез сюда, меня обвинили в том, что он ушел из безопасного места из-за меня, и я почему-то подумал, что меня это должно как-то волновать, и реально пошел, ну, спасать чувачка пошел. Пошел спасать его, в общем, вот он, я здесь, я вижу тачка на сигнализации, лучше к ней не подходить. Пойдем лучше трейлер, проверим немножечко вот эти все прилегающие окрестности. Может, я найду здесь аптечек? Аптечек стало катастрофически не хватать. Я начал очень серьезно, постоянно огребать от зомби. Вот зомби. И как мы в прошлом... О, ключ от... Моя... Ключи, моя извечная любовь. Откройте тайны 7-го павильона звукозаписи. Ну, как бы можно попробовать. Если мы его найдем без труда, то, конечно же, мы туда пойдем. А, так это получается, вот он, 7-й павильон. Мне сюда и нужно было. Я бы сюда не попал, если бы не нашел ключи. Вот это я молодец. Вот это я молодец, что решил проверить трейлер. Мы немножко еще здесь осмотримся, да? Самую малость. Прямая трансляция, космическая Алиса 2055. Это сюжет, видимо. Подожди, нет. Кен поднялся на ноги, шея вся в крови, персонал его осматривает. Кто-то там написал, что иди туда-то в ЧС. Это комментарии, это какие-то комментарии где-то там. В общем, я промотал, ты если что почитай, а я читать не буду. Так, денежку взял. Четкая видимость. О, открыта новая карточка, истребитель. Я для истребителя открыл новую карточку. Вторую, кстати. Гневом надо управлять, быстро убивайте зомби одного за другим для пополнения выносливости. А здесь? Бить лежачих не зазорно. Сбейте зомби с ног, чтобы получить средний бонус к урону для окружения дальнего боя. Для оружия дальнего боя, бросков оружия, метательных предметов. Ну давай, наверное, это будет получше, потому что здесь у нас что получается? Пополнение выносливости, а я сильными ударами почти не пользуюсь. Ну реально, ты обратил внимание, что у меня, ну, сильные удары очень изредка прям использую, а выносливость нужна для сильных ударов. Так, а что я сюда полез? Что я здесь ищу? Я здесь ищу, конечно же, всякий хлам. Хламишка, который я так обожаю. Я бы с удовольствием нашел пару аптечек. С удовольствием, с превеликим просто. Здесь можно вылезть на улицу? Да ладно. Прикол. Я мог пойти вообще с другой стороны. Я мог пройти сюда, аккуратненько залезть в трейлер и все. Мне не пришлось бы гасить ту кучу зомби. Но это легкий путь. А мы, как говорится, простых решений не ищем абсолютно никогда. Все, погнали внутрь. Главное не тронуть тачку. Она на сигнализации, насколько я помню. Правильно, вот это вот. Или мне? А почему я так решил, что она на сигнализации? Я не знаю. С чего-то я решил, что она на сигнализации. Найдите след Майкла за съемочной площадкой. Я тебе скажу, знаешь, Майкл достаточно далеко уже забрался. Ах, запах звуковой сцены. Краска, опилки, эпоксидка, чутка. Это просто дверь. Дверь в никуда. О. Было рискованно, конечно, что сработает сигнализация, но... Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Все это место будто одна площадка. А та дверь занавес. Блин, я же ударил уже. Я же уже даже ударил. Ой, какой сильный враг, а. Класс, бочка взорвалась и током себя еще шарахнул. Прекрасно. Это был план, как бы. А как ты вылезла отсюда? А, она выбежала здесь. Все, я понял. И про что я уже говорил? Майкл достаточно далеко залез самостоятельно. То есть он реально прошел очень много. Я понимаю, что, скорее всего, в конечном итоге он выживет только благодаря мне. Как залезть туда? А не буду я морочиться с этим. Погнали дальше. Оружие у меня, в принципе, пока есть. И я поменяю на... Хочу поменять на молоточек. На вот этот. Молот очень крутой, но у меня есть молоток, который бьет быстрее. В принципе, с той же мощью. А, опа.
Где он там рычит, кто? Как залезть повыше? А, вот все. Это было тайное ответвление. Понял? Это был... Или это был хабарчик? Я не понял. А куда дальше? Стой. Электричество нужно найти запитать. Зачем? Я не хочу электричество запитывать. Найдите след Майкла за съемочной площадкой. Ну вот след. Я надеюсь, что это не его. Да где кто рычит? Напрягаешь меня. А, ну машина. А, это ты тут рычишь, ёпмая. Шороху наводишь, если честно. Ну, как бы, не очень с твоей стороны культурно. Так, все очень плохо. Да, все, электрический щит. Мне нужно найти аккумулятор, чтобы запитать площадку. Задача ясна. Как я его сразу просмотрел? О, привет. Так, если он где-то пролез, значит и я пролез. Где ты пролез? Здесь? Нет, подожди. Ты из того закутка как-то вылез. А нет, не вылез, это другой был. Это пришел еще один. Еще один ходок. Серийный убийца. Испытание выполнено. Тут, кстати, полно каких-то разных всяких испытаний, и я их потихоньку прохожу. Изломанные тела. Испытание выполнено. Встанешь? Не, лежи дальше. Вот и хорошо. Вот и не вставай. Плохо, но терпимо. А чё плохого? Все ж хорошо. Мы сейчас поставим аккумулятор, и все будет просто замечательно. Есть. А зачем я это сделал? А, я туда включил свет? Туда? Мы пойдем вот где паук этот огромный? Не хотелось бы. Нет? Нет, не сюда. Так, хорошо, запитали. Дальше что? Я найду выход, ребят, я найду его, не волнуйтесь. Это... Я найду решение. Давай по проводам проследим. Они уходят в стену. Облом. Или нет? Или нет? Тупик. Ну, вернее, как тупик. Выход. Мы здесь были. Мы здесь уже были. Мы отсюда пришли. Это какая-то загадка. Ее надо отгадать. Чувачок вот здесь, кстати, сидит. Вон. Туда, по идее, как-то еще можно и залезть. Но я не то чтобы сильно туда стремился, если честно. Вообще не стремился. Я бы даже сказал так. Вообще туда не стремлюсь. Так. За съемочной площадкой. Это куда? Может, эти двери, вот этот выход открыть? Нет. Перекрыто с той стороны. Окей. Не страшно. Такой находчивый донжуан, как мой, легко найдет другой путь. Может, в обход? Может, в обход просто обойти, с другой стороны зайти, нет? Там нет кода. О, палку пропустил, представляешь? Нет, ну, конечно, было бы замечательно, но как бы вот, ворота. Тот выход забаррикадировали снаружи. За кем-то гнались? Это может быть кто угодно. Так, ну мне надо на ту сторону, я понял. А, вот он, выход. Это может быть кто угодно. Это, скорее всего, Майкл. Так, я здесь дальше никуда не пройду, получается, правильно? А-а-а. Спецэффекты двери храма. Спецэффекты дождь. Включатель светового оборудования. Вот мне, наверное, лучше было сразу, конечно, дверь открыть, а потом уже... Да, и дождь. Вознесем хвалу богу-пауку. Вот я про это и говорил. Эти ребята не нарисованные спецэффекты. Вот я дурак. Вообще просто. Они еще и горячие выбежали. Блин, можно было на них всех уронить этот свет. Откуда ж я знал, что произойдет? Так, здесь граната рядом. Еще и вода льется. То есть там еще и крушитель. Замечательно. Обожаю. Просто такие подставы. Так, у меня мало здоровья. Да ё-моё!
Опять мало здоровья. Опять мало здоровья, еще даже не восстановился, его опять уже стало мало. Будем немножечко будем сейчас бегать. Так, ну давай. Потихоньку. Ага, молодец. Блин, 113 хп и последняя аптечка. Вообще мне не везет на этих крушителей. Вот просто капец. Я считаю, что это полный провал просто. Они друг друга могут бить. Вот это класс. Так, я кину клюшку для боя. А, она сейчас так взорвется. Посмотри, она прям лупит, лупит постоянно, не прекращая. Аптечек нет, ребят, напоминаю, аптечек нет. Каждая атака на нее может закончиться печально. HP промазал. Блин, еще и зацепила меня. Вот она сейчас готова бить. Она готова меня прям ляпнуть. Хорошенечко. Да еб, ты что такой медленный? Нельзя, чтобы меня ударили. Ну ты чё встала? Нет. У неё совсем чуть-чуть жизни осталось. Совсем чуть-чуть. Да я попробую кинуть в неё молотом. Кстати, хорошая идея. Я в неё сейчас кину. Мне нельзя её к себе подпускать. Давай, подходи. Ну, в смысле, как это подходи? А, она застряла в... Все. Это был оправданный риск. Это, я считаю, был риск оправданный. Можно было все сделать очень красиво, а я сделал прям супер некрасиво. Можно было открыть ворота, выпустить их сюда всех и спокойно сбросить, ну, включить воду и сбросить на них электричество. Они бы поджарились просто как миленькие. А я тупанул. А я случайно скинул сразу лампу. Кто ж мне сказал, что так надо сделать? В какой последовательности все это взрывать? Давай аптечку, у меня вообще жизни почти нет. И они не восстанавливаются. Onward. Вперед. Вернее, налево и обойти, а потом уже вперед. Аптечку. Дайте, пожалуйста, аптечку. Так, продолжайте осматриваться. Спасибо. Спасибо за подсказки, я все понял. Опа. Верстак, это хорошо. Верстак, кстати, тоже хорошо, потому что мы можем сделать аптечку. Сколько стоит сделать аптечку? Клей, ткань, химикат. Я луплю сейчас сразу 5. Все, я из верстака без аптечек больше выходить не буду. Это мы сейчас все починим. И молоток. Че, у меня есть деньги, может еще прокачать немножко? А, все, я больше не могу улучшать. У меня вкачаны эти палки, у меня вкачаны на максимум. Давай подгонку уровня здесь сделаем. До 203-го, кстати, тоже неплохо. Окей. Так, все. 5 аптечек мне уже гораздо лучше. Мне гораздо лучше. Теперь можно спокойнее идти дальше. Так, выберите направление, чтобы уклониться от атаки зомби. Да я знаю уклонение, юмор. Я знаю, как им пользоваться. Я уже немножко даже лучше научился это делать. Ой, класс. У нас новая локация. Твою мать. Обожаю это говно. Ой, какой-то он синенький прибежал. Так, кто еще встанет, ты встанешь. И ляж, пожалуйста, обратно. Больше не вставай. Боевой посох. Если он еще будет стерилизован... Кувалда 178. 10 уровня, кстати, кувалда. Мы сейчас все прокачаем. Представляешь, там боевой посох со съемок. То есть реально будет выглядеть как боевой посох. А я не могу. Требования к уровню не соблюдены. Повышает прочность. А я не... Хорошо, ладно. Давай мы сейчас скорость атаки. Сразу же поставим на него все это дело. И давай оглушение. Оглушение — это тема.
218. 218 10 уровня. Я уже скоро, ну как, относительно скоро смогу этим пользоваться. Так, 134. 120 мы разбираем. Теперь у меня будет палка сюда. Это уйдет на броски. Угу, окей. И обратно. Ну, уже пришли. Уже пришли. Почему бы не отремонтировать? Окей. Все, двигаем дальше. Двигаем дальше. Надеюсь, я локацию не обнулил. А то бывает такое. Уходишь с локации, возвращаешься, здесь все обнулено, и опять куча врагов. Почему-то мне кажется, что здесь я могу что-то посмотреть. Нет? Ничего не могу посмотреть. А, просто тупик и все, без ничего. Даже без немножечко чего-нибудь приятного, нет. Не, давай сюрикены пускай стоят. Пускай стоят сюрикены, если что, я быстренько поменяюсь. А вот сейчас придется меняться. Так, раз, два. Я бы мог быть актером. Бедный Йорик. Ля-ля-ля, тополя, битва и прочее. Читает текст из пьесы, скажем так. Озвучим это так. Одержимость. Я сделал какое-то испытание одержимостью. Ай, увечья не успел нанести. О, батончик. Батончик, спасибо. А ты чё встал, товарищ? Пожалуйста, ляжем-то обратно. Извините за свечку, я не хотел испортить ваши огромные свечи. Я чисто случайно. Так, ладно, идем дальше. Записочка. Так, возвышение бога-паука. Подземный храм внутри ночь. А, ну это сцена. Это сцена. Тоже читать не буду, вот я тебе. Так, подожди. Так, раз. Два. Три получается. Три, вот читай. Где-то так. Где-то так. Где-то так. Это сюжет фильма. Если интересно, можно читать. Дождь и свет. А, вот, дождь и свет. То есть можно включить дождь, а потом шарахнуть током, но уже поздно. Подожди, дай включу дождь. Знаешь, зачем дождь? Здесь все намокнет. А, ну там уже никого нету, я всех убил. Можно было обижать. Вот как всегда, Ваня, придумаешь в последний момент то, что нужно было сделать. Как здесь пройти? А, просто обойти можно. Спецэффекты дождь. Отвратительная щелочная слизь. Как она сюда попала? Ага, хорошо. А как дальше мне, собственно, продвигаться? Паркурим? Ты что не цепляешься? Да ты спокойно мог это сделать, товарищ. А, коробки разломать. Все, понял. Все гораздо проще. Все, не надо усложнять, все гораздо проще. Ну это просто ходоки, давайте пока без гранат снимем. Лучше бы я кинул гранату. Да. Увечье. Так, кувалду немного сейчас нужно приберечь. Возьмем молоток мой обычный. Кувалду нужно приберечь, потому что мы, скорее всего, можем найти какого-нибудь здесь босса. И я приберегу кувалду для него. Приберегу кувалду на этот случай. Оглушение реально тема. О, подожди. Я знаю, что это можно сломать. А как туда попасть? Да никак. Никак. Вот ты сюда никак не попадешь. Дверь открывается с той стороны. Это странно. И что здесь? Просто так? Электроника? Ну, это круто. Это, наверное, настолько редкий. А, вот пацанычок. Трубный ключ. Берем. О, а вы вылезли откуда? Из-под сцены. Прятались-то, да? Да ё-моё. Оглушение вообще вещь. Надо на все ставить оглушение. На все мое оружие надо ставить оглушение. Вот и выход.
Да, все, все хорошо. Зеленые экраны пошли. Кстати, съемочные площадки, мне кажется, вот так вот сейчас только и выглядят. Тупо съем, тупо зеленые экраны. Все. Без вот этих вот остальных. А птичка нет места. Ну, ладно. Это тоже ж хорошо, понимаешь? Надо запомнить, где она лежит, если что, вернемся. Если что, я вернусь, заберу ее. Я хочу проверить, что сверху. Может быть, здесь мне что-нибудь приныкали полезное. Ага, вот и ящик, пожалуйста. Полицейская дубинка вообще фуфло полнейшее. Мне не понравилось. Мы в прошлых сериях как-то подбирали, вообще не понравилась ее боевка. Провод. И здесь даже ничего не приныкали. Нехорошо. О, первые следы. Зарезан острым кухонным ножом. Это дело рук Майкла. Согласен. Мы сейчас осмотрим трейлер, а потом пойдем дальше. А, 11 уровень. Вау. А я еще даже не 10. Увечье. А я еще даже не 10. Ключ от термобокса. Отлично. Полицейская дубинка. Ну, не скажу, что отлично, но норм. Разберем. Разберем. Так, чемоданчик, записка. Жетон забрать. А, ну, это, опять же, сюжет для фильма. Мы сейчас будем это проматывать. Так, Фентон. Не хочу читать. Ну, честно, неинтересно мне сценарий, как бы. Вот, сценарий, в смысле, сюжет для фильма. Сценарий, ёпт. Мне не интересен сценарий для этих фильмов внутри здесь. Поэтому, если интересно, поставь на паузу, почитай. А что я пропустил? Ага, ткань. Чуть ткань не оставил. Ой, муж чешется. Что у меня по заполненности рюкзака? Надо немножечко разобрать будет. То есть Майкл по факту... Видите, следы из краски. Вот она. Нормальная подсказка. Майкл все-таки, ну... Ой, крушитель. Класс. То, что мне сейчас нужно. Чуть-чуть она меня все-таки зацепила. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, интересно, а эту штуку ее можно перепрыгнуть или нет? Так, держаться за спиной, держаться за спиной. Оп, оп, прыжок. Она в какой-то ярости, типа, сейчас, да? Ага, спасибо. Держаться за спиной. Да чё ты руки ей не отломишь? Уже сколько можно молотить по этим рукам? Блин, попался. Так, ладно, эти штуки, походу, можно перепрыгивать всё-таки. Готово. Это было самое мое удачное, наверное, сражение с Громилой. Просто самое удачное. Я, конечно, молоток почти разобрал полностью, но я думаю, что скоро мы найдем какой-нибудь верстак, и я обязательно его починю. На первом же верстаке. Ага, отлично, батончик, то, что надо. Вот это поворот! Сценарий. Частично загруженная колонка около спортивных новостей на сайте LA24 News. Картинки загрузиться не успели, но текст виден целиком. А Логан Карнер... А, это просто новостная какая-то колоночка. Нет, нет. Не хочу. Уже, если честно, записки здесь немножко поднадоели. Записки из прошлого. Черт. Куда теперь? Направо или налево? А, я не знаю. Это меня спрашивают, да? Пойдем сюда. Ох, а теперь куда? Which way now? Я впустую потратил гранату, получается. Получается, впустую. Оружие сломалось. Прекрасно. Так, мы возьмем вот этот электрический. Пошел лесом. Ой, там громила. Блин, ну это вообще неинтересно. Дай отойти немножко. Там две громилы. О, это печаль. Два крушителя. Простите, пожалуйста, это крушители. Не получится за спиной быть, да? Два на одного, класс. Блин, я нажал прыжок, я вам клянусь, я нажал.
А, они друг друга гасят, когда... Ой, мало здоровья. Я знаю, где аптечка лежит. Я знаю, где лежит аптечка. Давай брать кувалду, наверное. Да меня сейчас убьют, 32 хп. За спиной не взорвется, даже не зацепило. Я скоро в тупик зайду. Я скоро зайду в тупик. Давай попробуем убежать от них. Надо пробовать убежать, я не знаю, что делать. Ну, я не сражусь с двумя крушилами, я просто с ума сойду их убивать. Если они сюда за мной... Ищ, третий, четвертый, да вы чё? Я явно пошел не туда. Все, уходим. Четыре крушителя. Может быть, блядь, почему четыре? Почему не один? О, краску надо взять. Отпечаток ног. О, сюда. Может, Майкл нарочно оставляет следы? Они идут за мной? Наверное, да, идут. Я просто убегу. Все, я с ними не сражусь. Надо понимать. Надо четко иногда понимать свои возможности. О. Кто-то растворяется изнутри. Майкл вот во что-то вляпался. Я, кстати, аптечку там оставил сзади. Ну, я уже за ней не буду возвращаться. Там 8 или сколько этих крушителей. Надо будет потом на записи пересмотреть. Надо будет пересмотреть на записи. Точно было 2, которых я вывел уже на бой. И туда я еще забежал. Там было еще 2. А может и больше. Ящик. 50 оттенков красного. Что ж там написано? О, уважаемые, кто там занимается хламом? Не знаю, кто заказал этот комод, но я не желаю видеть на площадке это клишированное красное убожество. Я четко указал, какого оттенка он должен быть. Не понимаю, как можно было спутать изысканное розовое дерево с махагоном. Поздравляю, вам удалось обмануть даже мои мизерные ожидания. Будьте любезны сейчас же вынести его на помойку. То есть заказали не ту мебель, получается, да? Единственное, что меня сейчас беспокоит, идут ли за мной. Нет, вроде не идут. Мои ребятки-здоровички остались там. Прекрасно. А я в правильном направлении иду? Я же след потерял. Так, здесь ничего нету, да ладно. Достать вот так, и он мог просто сейчас в него упасть, и сработала бы сирена. Не хотелось бы этого наблюдать. О, белая краска, все, я правильно иду. Либо только одна нога попала в краску, либо вторая растворилась и отвалилась. Я надеюсь, что только одна нога попала в краску. Опа, опачки. А что это здесь такое? Нужен предмет, ключ от ящика реквизита. Да ну я не буду его искать. Если он мне попадется, я его открою. Потому что это, скорее всего, будет у кого-нибудь из крушителей. Их там будет штук 20 в одном месте. То есть они вот так вот усложняют игру. То есть просто меняют обычных зомби на крушителей. Потом ты в конце только крушители будут вокруг ходить. Ты попадешь в какой-нибудь мега-джим голд, какой-нибудь там стандарт платинум, и там только крушители. Так, нет, я туда не пойду. Это, кстати, вот то место, где куча крушителей. Опять жижа. Вот, ты видел? Это тот переулок, куда я забежал и убежал оттуда, потому что там были крушители. Там были они. Так, ноги. Отлично. Парень молодец, явно специально след оставил. Умно. Опа. Так, у парня есть и мозги, и выдержка. О, давай здесь посмотрим, что есть. Ну, чемоданчик заберем. Деньги, $6. Вот это прям нычка. $6. Чемодан закрыт. Нужен ключ от чемодана Келли Джонс. Чемодан закрыт, представляешь? Это насколько нужно быть параноиком, чтобы закрывать чемодан обычный. Майкл! Майкл! Майки-бой! Идите за Майклом через третий павильон звукозаписи. Он знал, что его преследуют, и запер дверь. Молодец. Молодец, прекрасно. А мне что сейчас делать? Заклятые друзья. Живописный лес, день. Опять же, сценарий фильма. Так, закадровый смех, София. Вот так вот. Вот так вот, все.
Просто таким же значком отображаются вот чертежи, верстак отображается таким же значком, поэтому я всегда на них ведусь. Так, конечно же ремонт. Косарь стоит. Вот ремонт стоит косарь, а здесь 800. Давай, и все, деньги закончились. Деньги закончились, наверное, мачете еще хватит, 300 хватит. Так, у меня сколько аптечек? 4. Надо делать. Ткань, химикат и клей. У меня этого добра полно. Полным-полно. Я лучше сделаю пятую аптечку, где-то ее не возьму, чем я понадеюсь, что я ее встречу, а потом она мне пригодится. Ты понял. Тупо я, конечно, сказал, но ты понял, про что я. Боюсь, этот раздатчик слизи идет за Майклом. Блин, мы будем сражаться сейчас с каким-нибудь склизким зомби. Это будет босс-файт. Дороги назад не будет. Так, подожди тогда. Я канистру вниз скину. Надеюсь, я ее просто уроню, типа, чтобы она аккуратно упала. Хотя, знаешь что, давай мы сделаем вот сразу здесь, подготовим немножко. Погнали. Воспользуйтесь лифтом. Да ладно, не... А, он внутри, он в лифте, все, я понял. Может, прошел через этот бутафорский лифт? Отбивайтесь от новых зомби, пока не приедет лифт. Класс. Что мы кинем? Мы кинем эту штуку. Обожаю отбиваться. Это мое прям любимое. Да, пускай здесь будет немножко огня. Будет немножечко огня. А в лифте будет финалочка, мне, скорее всего, сразу. В лифте будет стопудово финалочка. Давай, гори, ходок. А, вон еще один гуляет. О, я не заметил вас, ребят. Мне электричество подсказало. Так, я вижу здесь банка энергетика на столе. Тихо. Иммунитет. Иммунитет к моим этим броскам. Нет, у него был иммунитет к электричеству, я понял, это же электрик. У электрика вообще как бы с рождения, это... Блин, а чё он такой живучий? Ну, к огню у него нет иммунитета, стопудово. А, огня уже нет. Ё-моё, дайте я чё-нибудь загашу огнем. Блин. Какой-то нож очень быстрый. Обратил внимание. Так, пойду за энергетиком сбегаю. А то мне уже как-то плохенько совсем. И осталось только 3 аптечки. У нас еще босс впереди, 100%. Так, тихо, увечья. Спасибо. Батончик. И трубу обратно заберу. Я наслушался записанного смеха на всю жизнь. Благодарю покорно. Какого смеха? Меня, видимо, смех не включили. Класс. Так, ткань. А почему здесь нет босса? Я вот был очень сильно уверен, что он сейчас появится. Электроника. Это уже была прям идеальная арена для того, чтобы он вышел такой финалочкой. Такой, типа, ну давай, сейчас. Сейчас мы с тобой немножечко сражаемся. Но нет, оказался неправ. Спасите Майкла Чудовища. Ну просто лев-колдунья из Зазеркалья. Едкая жижа. Такими темпами от этой твари ничего не останется. Хотелось бы в это верить, но я в это не верю. Подожди. Трейлер и посмотрим, может, аптечка где валяется. Нужна аптечка, 3 штуки осталось. Я беру свои слова назад. Я в начале игры сказал, что аптечек слишком много. Я беру свои слова назад, их слишком мало. А вот верстак, это замечательно. Давай. Создать и создать. $194, мне не хватит ничего починить. Пойдем как есть. В принципе, у меня хватает вооружения. Должно его хватить. Есть неплохие у меня с собой кувалды, которые я пока не использовал, не нульцевые. Посмотрим, как мы с этим справимся. Не зря я в трейлер решил заглянуть. Не зря. Молодец я. Я молодец. Дец как я. Дец как мал. Так, чудовище, где оно?
Мне залезть надо на эту арену, на следующую. Окей. Тогда я немножко осмотрюсь. Дец как мал. Так, химикаты, скорее всего, будет у нее, у этого чудища, устойчивость к химикатам. Аниматроника, пиротехника. Огромные пауки и секси-ки спасут мир. А, паучий яд здесь. Слизкая тварь тоже где-то здесь. Так, пиротехника. Паучий яд. Пиротехника на заправке. Заправка это вот типа передо мной? Окей. Мы сейчас будем с Майклом держать оборону. Майки! Господи, что ты здесь делаешь? Я? А ты здесь зачем? Я пришел, я... Боже. Боже. У нас проблема, берегись. Это зомби прям даже растворяется. Вот от этого чувака. Надо убить эту неведомую тварь. Славненько. Сейчас попробуем. Убейте тварь. А, вот такая, да? Я получу яд. Ну, не скажу, что сильно его как бы повреждаю, да? Ага, хорош. А нож оказался неплох, да? Нож оказался просто неплох. Фу, добейте их. Да ладно, я покромсал всех. Остались только обычные зомбаки. Ой, не-не-не, подожди. Блин, они меня толпой прям гасят. Так, дай-ка мне мою кувалду. Нож был очень хорош против босса. Он очень просто быстро бьет и, ну, кромсает одну большую цель. Но очень плох против толпы. Против толпы отлично, просто тяжелое вооружение, которое их отбрасывает. Это как-то очень случайно получилось. Прям так я собрался и все вышло. Майки, выходи. Ты мог, конечно, до этого мне немножечко помочь, и нам было бы проще справиться. Но я запустил еще раз едок. А яд, интересно, должен был гореть или нет? Это на 90%... Этот на 90% состоял из блевотной жижи. Ты в норме? Все хорошо. Просто немножко жарко. Попридержи коней. Надеюсь, мы здесь не ради Ромео. Ромео Эммы. Нет, конечно. Вот медикаменты. Для кого-то из наших? Нет, пока что нет. Но вряд ли сейчас медстраховка хоть что-то значит. Они пригодятся, но знаешь, позволят нам выжить. Я помогаю. Понял. Им обязательно найдется применение. Вы с Эммой, не разлей вода. Я перед ней в неоплатном долгу. Но я не тот, кто ей нужен. Я не смогу ее защитить. Слушай, я смогу вывести нас отсюда. Но без тебя Эмма не двинется с места. Она справится с чем угодно, если ты будешь рядом. Ее чудо-мальчик. Да, конечно. Хорошо. Эй, ты там? Это Сэм Би. Йоу, я тут. Слыхал, ты сейчас в Хиллз. Я тоже. Узнал, что тут можно достать пушки. Просто бомба ядерная. Еще бы, давай встретимся. Провожу тебя обратно. Отблагодарю по дороге. Не волнуйся обо мне, ладно? Я буду в порядке. Просто иди за оружием. Ладно? Будь начеку. А чё мы приходили? Он бы сам отсюда выбрался. Спасибо, Майки. Там была аптечка. Верни меня, блядь, обратно, нахуй. Там была аптечка, сука! Он закрыл дверь. И мне дали какой-то новый навык. Дали достижение. Это, наверное, навык истребителя, да? А будет еще хуже. При атаке по зомби с отрицательными эффектами состояния дается средний бонус к урону. Класс. Это вот это прям огонь. То есть тех зомбаков, которых я глушу, для них еще и бонус к урону прилетает. А вот за аптечку не спасибо. Окей. Ну же, Сэм. Буду что-то там через чего-то там.
Отличная озвучка, просто прекрасная. Я знаю, что ты ради, только ради моей шедевральной озвучки это все и смотришь. Притейновый батончик мне не нужен, потому что фулл ХП, потому что он решил построить из себя как бы крутого, но мог бы взять с собой, да? Вот чисто в карман положить, а потом схавать. Я не знаю, сколько у меня жизней. У меня пока не отображается. У меня пока нет, нет отображения. Нет. Это все. Я не знаю по состоянию, что мне по оружию. А, кувалда в прекрасном состоянии. Отлично. Отлично. Кувалда прекрасно подходит для обычных зомби, как я и говорил, против толпы. А для таких всяких здоровяков нужно топор-ликвидатор. Вот что-то типа такого. У вас не осталось места. Так, сейчас освободим. Сейчас освободим, секундочку. Так, разобрать. Я потихоньку собираю... Стой, мачете пока не разбирай. Я потихоньку собираю себе арсенал мечты. Нож. Так, вот этот топор я поменяю на топор этот. Я еще с клюшкой ни разу не бегал. Надо с клюшкой попробовать. Этот топор, армейский топор мне не очень нравится. Ну, честно, я попробовал, мне не очень зашло. А что у нас здесь за бонус? Как это, химический урон? Ага, окей. Нож огненный прекрасен против боссов. Я не могу взять дополнительное оружие, так я только что... А, я разобрал, ты просто мне не успел до конца дойти. И дай дубинку туда. О, кстати... Мы ее поставим вместо гольф-клюшки. Все. Посмотрим, как справляется эта кувалда с задачами, которыми я для нее хочу поставить. Так, встретись с ММБ в Беверли-Хиллз. Жизнь не более чем иллюзия. Это работает? Есть кто в эфире? Алло, плохой актер на сцене, тогда дал свой час, где важно. Хорош причитать, хорош эту фигню рассказывать. Тут по рации с нами связываются. Опа. Отлично. Необычная модификация ликвидатора, ближний бой. Ослабление и щелочной урон. Здравствуйте, я Джейкоб. Я буду вашим оператором службы поддержки при зомбо-апокалипсисе. Ладно, очевидно, ты живой человек. Моему другу нужна помощь. Ты можешь зайти в отель Гальперин в ближайшее время. Я там был. Этот отель перестал быть местом для отдыха. Кто ты? Я, погоди, стучит по микрофону. Я Ханна. Мы с приятелем из колледжа Венеса снимаем квартиру в каналах. Сидим и не отсвечиваем, но один из наших свалил и не выходит на связь. Раф, студент-медик. Я трупы не возвращаю. Впрочем, если он стал ходячим трупом, могу прикончить его, если хочешь. Ты не знаешь, какие мы рыси. Раф – боец, к тому же он создает особое оружие. Он тебя достойно отблагодарит. Особое оружие? Особое? Okay. Ладно, если Раф жив, то я его найду. Спасибо, что обратили в службу поддержки при зомби-апокалипсисе. Конец связи. Губительный Каупсис X. Удерживайте для отслеживания. Крадите оружие вместе с ММБ. Ну, как бы с МБ. Ну, однозначно. Оружие, тем более, Сэм признает только огнестрел, поэтому, может быть, мы сейчас наконец-то заведемся огнестрелом. Мне, кстати, говорили, что к середине игры он где-то должен появиться, судя по опыту предыдущих частей. Чашечку кофе мне не нальют, да? Верстак здесь где-нибудь будет? Если это безопасная зона, должен быть верстак. Я считаю. Потому что оружие мне забрали. А оружие забирают в безопасных зонах. Подожди, я здесь не пропустил? Так вот же он. Блин. Дурачело, чуть не прошел мимо. Так, а у меня денег нет. Мне нечего чинить. Ну, нечего, не за что. Не за что. Надо аптечку наделать с собой. Сделаю 4. Сделаю 4, чтобы одну все-таки где-то собрать. Что? И не отремонтировать ничего? Все. Ну все. Ну и все тогда. Нужен торговец. Побольше бы торговцев в игре было бы просто замечательно. То я торговца уже последний раз не помню, когда встречал. Беверли Хиллз. Погнали. Сейчас день должен быть. Все. Ночь отбегали, день должен быть. Улей в теле роевого ходока полон опасных насекомых, которые будут пожирать вашу выносливость. Они выносливость съедают. Ну и все. Главное не жизнь. Главное не жизнь. Самое главное. Самое главное в этой жизни что? Жизнь. Здоровье. Так, рассвет. Ой, красиво. Сэм, дружбан, я в Беверли Хиллз. Ты говорил про гром палки. Мы с Ронни идем к Арк Арджин 12. Встретимся там. Окей.
Я с удовольствием себе парочку гром-палок возьму. О. Записка Фила. Народ, сраная система засорилась. Я спущусь в комнату управления, постараюсь ее почистить и запустить. Если военные вернутся, ключ от ворот у меня. Фил. Получается, охранник Фил спустился вниз, чтобы расчистить какой-то засор? Это чтобы сюда попасть, да? В этом долбанном месте хоть что-то открыто? Согласен. Электрозвезда. Я хочу. Это электросюрикен. Так, а я туда как попаду? Через забор перелезу? А, дверь открыть. Ну что, пойдем возьмем себе? А, не пойду. Зачем мне это надо? А, я не выйду отсюда, получается. Я промол... Блять. Вот прям... Вот так. И знаешь что, на этом чудесном моменте мы серию заканчиваем. Потому что она подошла к концу. А в следующей серии продолжим. Спасибо, что досмотрела. И если понравилось, было интересно, ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего. Ну, тебе самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.